Сегодня день города Орла, 5 августа 2018 года. День города проходит каждый год, и этот день города был назначен по тому соображению, что 5 августа 1945 года город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в ходе сражений на Орловско-Курской дуге, которые являлись частью Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Сегодня еще пока где-то около половины четвертого дня. Сейчас пока еще людей немного на улицах. Люди появятся ближе к вечеру, где-то после 7, после 8 часов. Вот здесь будет все забито людьми. Вот с той стороны, за ограждением. Ну, тут получается так, что берег отдан животным. Получается, левый берег реки Орлик. Все будет забито людьми. Сейчас я пройду чуть дальше, покажу одну интересную штуку, если отсюда ее удастся показать. Сейчас. Чуть подальше. Каждый год, почти каждый год, ну последние, по крайней мере, 20 лет, потому что раньше я не помню, каждый год в городе на 5 августа и на 9 мая. 9 мая – День Победы. Общероссийский, общенациональный праздник. Дают салют. И вот отсюда вот будет, скорее всего, хорошо видно. Вот там, за деревьями, стоит... Вот, я сейчас пальцем покажу. Это машина синяя, с синим кузовом. А на нем стоит установка для салютационной стрельбы. То есть уже сейчас готовят... Так, сейчас я попробую приблизить. Нет. А. Дает приблизить. Подана установка. Ну, дрожание, конечно, будет, потому что снимаю с рук без штатива. Для салютационной стрельбы. Там сейчас работают ребятки. Они готовят праздник для нашего города. И вот в этом небе вечером будет салют обычно, ну, если круглая дата, то есть если дата делится на 5, что значит делится на 5? Если это годовщина освобождения Орла, то есть, допустим, 70 лет освобождения города Орла, 75 лет освобождения города Орла, 80 лет освобождения города Орла, то дается длинный салют, то есть где-то минут 15-20. Я поближе буду поднесу к рту микрофон, чтобы слышно мне было. Если дата не круглая, то есть не делится на 5, то есть 71, 72, 73 года, то короткий салют, минут 5-7. И опять же, вот эти годовщины, они считаются от даты. То есть если у нас годовщина освобождения города Орла — это 43 год, то тогда получается... 60 лет было в 2003, 70 лет было в 2013, в этом году 75 лет освобождения города Орла. Так что ожидаемо, что будет длинный салют, минут на 20. То есть будет достаточно большое количество залпов, будут красивые цветы на небе и будут, скажем так, ну, нам устроить праздник. Установка для стрельбы устанавливается рядом с вот этим храмом. Но здесь неподалеку, я сейчас покажу. Здесь рядом вот установка в той части. Сейчас я покажу. Вот здесь установка. Здесь подвесной мост. Вот здесь за деревьями стелла.
на стрелке Оки и Орлика, чтобы вы понимали, где у нас примерно располагается данная установка. Она всегда располагается в этом месте. Вот как только начали давать салюты, она всегда была в этом месте. В один из предыдущих праздников, я не помню, то ли на 9 мая, то ли на 5 августа, получилось так, что вот эта дорога, по которой я сейчас иду, это подвесной мост, вот эта дорога, мост пешеходный, вот этот, был полностью заполнен людьми. Получилось так, что то ли не досмотрели, то ли еще что-то, пустили людей. И этот мост не выдержал. И он провалился, и люди упали в воду. Но это было, я не помню когда, может быть 4 года назад, может быть 5 лет назад. И потом, то есть уже я ходил гулять. И в этом году, на 9 мая вечером, здесь было перекрыто. То есть вот эта дорога, по которой я сейчас иду, по ней нельзя было пройти. А мост, то есть если с той стороны идти, то вот здесь была перетянута ленточка, и там стоял полицейский. Если кто-то подходил и хотел пройти на мост, он говорил, что нельзя. И также полицейский стоял вот здесь забор, который окружает храм. И вот вначале около самого забора, там, где мост заканчивается подвесной, там тоже было перетянуто, и там тоже стоял полицейский. То есть было сделано так, чтобы люди не прошли в эту зону и не скапливались вот в этой зоне, где находится салютационная установка и где находится вот тот хлипкий подвесной мост. Таким образом, решили вопрос с обрушением этого моста. Это вкратце о том, какой сегодня праздник у нас в городе Орле. В день города Орла на центральной площади устраивают сцену. Сейчас я ее вам покажу. Сейчас около 4 дня идет подготовка, репетиция, настройка оборудования. И уже выстроены ограждения площади. Сейчас где? Вот они. По периметру. Также на площади у нас провинциальный город, стоит памятник Ленину и администрация области. Главпочтамт, желтое здание. Ростелеком, желтое с зеленым. Вот тут за деревьями гостиница. И за сценой это театр. Драматический театр имени Тургенева. Вечером здесь будет много народу, толпа, и будут выступать артисты.